Праздничный концерт в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Люберецком дворце культуры. Для ветеранов, детей войны и жителей округа выступали лучшие творческие коллективы. Агитплакаты, военные атрибуты и фотографии – все это встречало гостей при входе в ДК. На праздничный концерт пришли сотни люберчан. У каждого из них своя семейная история о войне и слова благодарности за сегодняшний мир. Мы сегодня возлагали цветы. Мы сегодня наслаждаемся тем, что происходит. Красивая весенняя солнечная погода. И мы даже помним, что это благодаря вам, именно вашему труду на фронте, в тылу. И я хотел бы сказать вам, дорогие друзья, и фронтовики, и труженики тыла, и дети войны. Конечно же, сегодня общество, власть, она в долгу перед вами. Одним из почетных гостей концерта стал ветеран Великой Отечественной войны, летчик, фронтовик Георгий Новиков. Сейчас ему 96. В свои годы не сидит на месте. Проводит беседы со школьниками, рассказывает о событиях тех лет и выступает на сцене. Эта песня малость не удалек, но мы где жить не будем, мы не позабудем фронтовых резаных дорог. Во время войны на фронт ушли 50 тысяч люберчан. Около 20 тысяч так и не вернулись. Но память о них навсегда останется в наших сердцах. Спасибо нашим прадедушкам, спасибо нашим прабабушкам, за то, что в книжках остались осколки войны. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.